Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть на канал Хабибов. Он снимает годный видосик, а именно ловля имущества, походы в казино, покатушки и не только. На его канале вышло новое видео. Всем советую посмотреть. Почему? Потому что здесь проходит конкурс на 1 миллион. Подобная информация именно есть под этим видео. Ссылочка на его канал будет в описании. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсе и желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня со мной Артур. Всем привет. Короче, Мазинг первый сир, будем сегодня покупать мне новую машину салона. Я, правда, не определился еще какую, надо в банк съездить, снять лям. Ну, не в лям, а 800 тысяч, потому что мне не хватает на тачку еще. Ну, в районе что-то 7 миллионов хочу купить. Пацаны, у вас были вопросы, типа, я думаю, куда пропал ГТР? ГТР я продал подписчику за 7 миллионов 400 тысяч. Продал, потом я купил себе BMW M5 E60. Да, еще одну BMW себе купил за 9 миллионов с номерами 3R 38. Потом, спустя, наверное, пару часов, мне написал чувак, который продал мне эту M5. Типа, бля, она мне нравится, типа, можешь ее обратно продать. Я ему обратно продал за ту же сумму. Потом купил Lancer, ну и Артуру подарил, вы, в принципе, это видели. Ну и все, в принципе, да. Как бы... Так, общак, надо с общака снять. Снять. 800 тысяч хватит. Ой, блин. Я просто давно эту машину еще хотел. Вот я не знаю, я вот думаю, либо Audi купить, либо Ferrari. Вот, серьезно. Ну, Audi я знаю, что медленнее, чем Ferrari, поэтому, блин, сейчас будем что-то думать. Вообще, изначально хотел Maybach купить, но Maybach'ов, как вы знаете, на себе крайне мало. Их вообще не продают. Я помню, там есть какой-то... Майбах с номерами Мэр, ты видел? Ездил когда-то Мэр? Да. Больше что-то его не видел после этого. Купи лучше Феррари, у тебя же в особняке есть Ауди. Ну, кстати, если да, я на Ауди ездил, как-то она не очень такая. Интересная машина. Кто может боты выпадут, поставишь? Ну, кстати, да, попробую. Не, я попробую поставить обычные номера, может что-то выпадет нормально. Так, ГТР с номерами 3N988. Нормально что. Ну, блин, ГТР просто я продал, вот многие говорили, типа, зачем ты продал ГТР? Ну, блин, он как-то мне надоел, я даже на нем не ездил, понимаете? У меня есть ламба, как бы, и, блин, ну, ГТР это не то, пацаны, вот, как звучит лучше, Феррари либо ГТР? Ну, понятное дело, что Феррари, конечно, и Ауди, блин, ну, блин, я не знаю, короче, может, я зажрался просто уже и хуйней страдаю. Ну, я давно хотел себе купить Феррари FF, она была, я на ней катался, в принципе. Сейчас посмотрим, сколько аренда Феррари стоит. Мне интересно, реально. Наверное, 1800, блядь. Хотя было все по... Ну, до 100 тысяч, короче. Так, забегаем. У меня бюджет 7,7, короче, у меня с собой. Так, листаем самый назад. Бля, я бы на самом деле Rolls купил, но, блядь, такой дорогой, нахуй, бесполезный. Тем более, после того, как меня диагнули, как-то не очень хочется его покупать. Так, Maybach. Ну, Maybach тоже, блин, охуенная, конечно, машина, но 10 лямов. У меня таких денег нету, как бы, да. Тем более 10 лямов отдавать. Ламба у меня есть, в принципе. Вот, Nissan GTR. 7 лямов. Он у меня уже был. Я его продал подписчику. Вот, Ferrari FF, блядь, какая соска просто. Нашел ее? Да. Бля, вот Ferrari или Audi, блин. Ну, Ferrari даже выглядит лучше. Там есть. Ну, давай еще посмотрим. Ну и 8, бля, 8 лямов, бля. Да ты не, забыл про Феррари 8, блин. Бля, можно на туре 8, кстати, купить. Что-то я про него вообще забыл, что и 8 есть. На туре я забыл. У тебя жена была, возьми Феррари. Ну да, она была, но она подороже, блядь, еще у меня столько денег нету. Я что-то, блядь, забыл, что даже и 8 есть на сервере. Их так, их вообще нету на сервере, ты заметил? Ну да. Вообще ни одной нету. i8. Что я вообще их не видел. Раньше хоть одна, две ездили. Да, сейчас вообще ни одной нету. i8. Ну i8, блин, такое себе, знаете. Да, лучше Феррари, короче, брать. Феррари четко вообще. Я, наверное, черную возьму. Черную. Ну, конечно, Феррари должна быть красная, блин. Я видел у Давида, я помню, давно еще черную Феррари. Нам что-то понравилось. Тоже FF была.
Фу, пацаны, момент истины, короче. Покупаем. Раз, два, три. Купил. Так, надо тайм сделать, на всякий случай. А то мало ли, блядь, пропадет завтра, нахуй. Это амазинг. Да-да-да, как у меня шкаф пропал, блядь. Не делюсь, если машина пропадет. Ну, а чувак в аренду тачку взял. Или нет? Ну, бля, вот этот Мустанг такой, конечно. Ну, интересная машина, но не то, конечно. Я, наверное, не буду релываться, сейчас просто доедем до дома. И уже там тогда продолжим. Так, все, приехали. У меня в Мерси закончился бенз, короче. Вот, Феррари FF, блядь. А, соска, блядь. Кайф. Ну, блин, конечно, может красный покрасить. Ну, сейчас посмотрим в тюнинге. Я что-то, блядь, когда вчера думал про нее, я думал, она четырехдверная. Оказывается, ебать, у нее морда длинная. Смотри, какой там мотор сейчас, типа, покажу. Охуеешь. Стойка, дай-ка, бля. Вид от первого лица. О, еще два выхлопа работают. Ай-яй-яй. Нихера себе. Там вообще такая аппаратура, бля. Видос Давид еще посмотрел, он такую тачку пустил. Че, поехали. А ну, сейчас посмотрим, как она едет, блядь. Вот я думал, что она быстрее едет, чем Audi. Сейчас проверим, кстати. Она сейчас без нитро, но... Давай. Пожалуйста, поедь 150. Так, 100. О, да, она быстрее. Есть, 150. Фух. Ну, чип я на нее ставить не буду, смысла нету. Я не буду кнопку держать. И так носит. Ну да. Тем более у меня денег нет уже, я все деньги на нее потратил. Блядь. Ну ладно, похер. Сейчас еще нитро поставлю и диски. И может перекрашу. Не, ну нормально идет так. Ей бы еще тонера не хватало бы, конечно. А так, тачка охуенная. Я не знаю, что это будет в новом модпаке, может что-то охуенное еще. Ну хотя Феррари сама по себе охуенная. Так. Тебя давай подожду тут на повороте. Ничего себе ты втулил, я тебя догнать. Угу. Ну так нормально, я сейчас еще нитро поставлю, вообще будет пушка. Ну, конечно, по разгону сейчас ты не обгонишь, да. У тебя максималка побольше с чипом. Да, и у меня и нитро. Ну да. Блять, понаставляли своих машин тут. Так, тормоза. Давай, наверное, поедем то, чтобы у башни останки на стол. Так. Блять, черный, конечно, что-то она не очень смотрится. Я на самом деле, может, красный покрасил. Видишь, пишет, отдам имущество. ДС Илья, ну. Я, короче, захожу в ДС, этот спрашивает, какая тачка, потом типа выпрашивает деньги и пытается взломать пароль. Он да? Еще раз дальнобойщик писал, да. Вот зайди, если хочешь. Он будет спрашивать, какая тачка, сколько денег. Потом я сказал, типа, ну, у меня тогда было 170 тысяч. Кирилл, можешь моего друга принять? Да, могу. Сейчас доедем до 100. Надо протянуться. Уровень 20 надо написать. Или 100 тысяч, да? Чувак пишет, хех. Кирилл, можешь моего друга принять? А, могу, блин, сейчас я занят. За 100к пишет. Ну, 100к это кулел. Окей. Пусть подъедет на 8 бит. Сейчас пока спотюнюсь. Сколько там азот стоит, скажи. Ух ты, блядь, что-то у меня тачка застряла, алё. О. Бля, у меня тачка застряла, алё. У меня какая-то доска впиталась в меня. Прикинь. А, так, 100 тысяч дают те, у кого левел ниже 20-го. И все деньги... уходит нахуй. Бать, он видел, как у нас автопарк? Он еще что-то, блядь, пиздит нахуй вообще. Блядь, я обратно выехал, сука, хотел. Так, тюн. Нитро стоит 500 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Я, короче, написал, не нравится, не иди. Типа, и так бабки уходят на спаун авто и заправку. Так, диски. Диски 70 тысяч, ну, блядь, дороговато нахуй. А где азот?
А, за 500 тысяч. Ну, а сот мы сразу ставим. Насчет диска, блин. Перекрасить оно, перекрасить авто. А ну диски сейчас гляну какие-то. Не только не эти, так. Так, а ну, можно Хаммонд попробовать, типа, ну, конечно, это уже извращенцы, но... Ладно, все-таки я, наверное, сейчас попробую себе цвет поменять. Не, диски не валик сюда ставить вообще. Они стоп, а если я захочу перекрасить авто, у меня будет, типа, выбор сразу? Да-да-да. Так, 176, 0. Бля, ну, пацаны, Феррари должна быть красной. Это факт. Все. Покупаю. Все. Заебись. Я, короче, в красный. Бля! О, Кири, бля, быстрее выслушка. Бля, я машинку сломал чуть-чуть. А у меня столько так. Бля, чё за доска, пацаны, меня впитывается, алё. Так, чинить. Бля, кто, аптеки уже никто не покупает. Какие 10 лямов, они о чём вообще? А ну, это моя аптека, интересно, за 10 лямов продают. Тихо, сейчас я чекну владельца. Угу. Аккуратно. Ох, соска, бля, сейчас мусора пойди, номера не выдаю, да? Не, я хз у них. Да, твоя аптека. Во, ну я походу по... А я, блядь, я кому не говорю, не бери, блядь, они все равно покупают их за 12 миллионов, блядь. Пиздец, я ее покупал не ради финки вообще. Поехали на 8 битв, вот через мост прямо. Там чувак хочет такой. Я сейчас если альт буду держать, отлечу. Антон Пимп. На туре покинул или просто еще выгнать? Антон. Да, покинул, окей, молодец. Один уйдет, два приду. Да я никого не держу, в принципе, мне все равно. Ох, ебать, она ебашит снита, ёб твою налево. Яй-яй-яй. Люто носишься. Угу. Бля, охуенная машина, в принципе. Осталось номера только какие-то нормальные. Не жалеешь, что купил? Да нет, Феррари. Я думаю, владельцы Феррари в реальной жизни они не жалеют. Так, кто тут у нас? А кто там писал? Ну, я не помню. Кого-то надо было понять. Так. Влад. Привет. Рудской. Влад. Так. Рудской. Друг. Дай 60 рублей, блядь. Ну на тебе 60 рублей. Алло. Он тебе еще сотку передаст, походу. Спасибо, ты не. Мне а, нет. А ну сейчас попробую бачком. Подожди, не подъезжает. Бачком, наверное, сейчас не пойдет. Хотя. Не, бачком она не идет. Она, по-моему, полноприводная. А не, она заднеприводная, кстати, прикинь. Она заднеприводная. Я в ахуе. Батя, у нас здоровая пизда. Реально здоровенская, пиздец. Капот длинный. Угу. Вот это пушка вообще. Реально пушка. Ну что ж, чуваки, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Удачи. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.